теперь давайте покажу, как прописать DNS-сервера, если вдруг вы не здесь покупали себе домен, да, а вот где-то на другом, в другом регистраторе. Итак, вот нам тут же написали, что вот такие должны быть DNS-сервера. Я сейчас вам покажу на примере Rec.ru. Вот, ну и все остальные, они в принципе одинаково все это прописывается. Вот нахожу домены. Как раз это у меня такой технический домен. Дальше нажимаю напротив. И здесь вот изменить DNS. Так, я, кстати, меняла. Вот они у меня, в принципе, то и измененные. Сейчас надо только проверить, потому что могут быть разные. Да. Все в порядке. Вот, вы сюда прописываете один, сюда второй ставите и нажимаете «Изменить». И он в течение, ну, какого-то времени, там максимум 72 часа, но обычно это быстрее, прям в течение суток, может еще даже быстрее, он у вас пропишется, и мы можем тогда устанавливать уже сайт на WordPress.